Здравствуйте, я Сергей Мещеряков, эксперт по испытаниям региона «Центр». Мы находимся на площадке агроцентр «Орел» Орловской области, Орловском районе. Здесь мы испытываем варианты с различной нормой высева семян, обработанных препаратом «Вайбранс Интеграл» с дозировкой 1,5 литра на тонну. Для данной зоны сев проведен в оптимальные сроки – 30 августа по предшественнику «Озимый рапс». Высеянный сорт озимой пшеницы «Скипетр». Перед посевом проводили фитоэкспертизу почвы и фитоэкспертизу семян на базе Института защиты семян «Ситкия» для определения оптимальной дозы препарата «Вайбранс Интеграл». Добрый день, коллеги! Меня зовут Гусев Александр, я технический эксперт региона «Центр». Цель данного опыта – установить оптимальную норму высева для реализации потенциала культуры и получения максимального урожая. Для решения данной задачи мы используем инновационный препарат «Вайбранс Интеграл». Общее состояние пшеницы отличное. Ввиду того, что мы видим образование мощной корневой системы, мощного листового аппарата и отсутствие следов от вредителей и патогенов. Перед вами представлены три образца с разными нормами высева. Мы смотрим, что на всех трех образцах наблюдается хорошо развита корневая система, достаточно хорошо развитый листовой аппарат. Листовой аппарат не поврежден заболеваниями и вредителями. Есть небольшая разница. Это коэффициент кущения. На образце номер один с нормой высева 6 миллионов на гектар коэффициент кущения составил 2,8. На образце номер два с нормой высева 4,5 миллиона на гектар коэффициент кущения составил 3,6. На образце номер 3 с нормой высева 3,5 миллиона на гектар коэффициент кущения составил 4,5. Таким образом, мы можем сделать с вами вывод, что при уменьшении нормы высева, при использовании нашего препарата Vibrance Integral, коэффициент кущения увеличивается, что в общем уравнивает количество стеблей на разных нормах высева.